Оперативный штаб Ульяновской области провел тактико-специальное учение на территории котельного цеха филиала Т+. Главная цель – проверить уровень антитеррористической защищенности объекта. По легенде, группа вооруженных террористов напала на здание, захватив заложников. После того, как террористы выдвинули неприемлемые требования и убили человека, оперативники приступили к штурму котельной. Завязался непродолжительный бой, итогом которого стала полная ликвидация условных террористов. После обследования объекта опергруппа обнаружила самодельное взрывное устройство, установленное на складе с токсическими химикатами. За пару минут ящик «Пандоры» был успешно обезврежен. В процессе отработки различных вводных задач проведено блокирование, оцепление, выполнен комплекс лечебно-эвакуационных, аварийно-спасательных, оперативно-розыскных, радиоконтрразведывательных, оперативно-технических мероприятий. Оперативный штаб проводил учения совместно с силами МЧС. По легенде, незадолго до штурма преступники условно совершили подрыв емкости с мазутом. Силами спасателей России по Ульяновской области возгорание было ликвидировано. На данном мероприятии были задействованы подразделение Главного управления МЧС России по Ульяновской области, отработать вопрос эвакуации персонала с предприятия в случае захвата и вопросы по ликвидации последствий, минимизации последствий взрыва. В ближайшее время на заседании оперативного штаба будет проведен комплексный разбор полетов учений, после чего будут выработаны меры по совершенствованию системы мер по борьбе с терроризмом. Новости Улправды ТВ.